Уважаемые коллеги, уважаемые пациенты, сегодня Лисопольскую больницу посетил представитель Московского центра трансплантации печени Еремин Борис Иванович, который рассказал о исторических аспектах трансплантации печени и затронул современные подходы и развитие трансплантации печени не только в мире, но и в России. С отделением трансплантации печени Института Склифосовского мы работаем давно. Дорогие коллеги, друзья, пациенты, для нашего коллектива хорошо известна Юсуповская больница, не первый день, мы тесно с ней сотрудничаем, мы неоднократно брали в лист ожидания, оперировали пациентов, которые здесь первично были обследованы и оперированы, и кое-кто из наших пациентов после трансплантации отправлялся на лечение в Юсуповскую больницу, и должен сказать, что мы, ну, с учетом того, что трансплантация это очень современный пиковый метод лечения, мы взаимодействовали со многими зарубежными стационарами, знаем их тоже достаточно тесно. И должен сказать, что Юсуповская больница производит на нас самое положительное впечатление. И, на мой взгляд, это стационар мирового уровня, который на самом высоком уровне оказывает медицинскую помощь и проводит обследование. Мы очень тесно работали и будем продолжать работать в Юсуповской больнице. И для нас это честь. И мы уверены в высоком качестве медицинской помощи для пациентов и уверены в результатах, когда мы взаимодействуем.